Нагибатор 2.0. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Фиса. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем в Roblox, режим зомби-атак. Если вы опять кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем крышить зомбаков. А у меня 203. У меня второй. Или не 203, вроде 203, да, написано. 203, да. Хорошо, я наиграл уже. А, надо снайперку нажимать постоянно. Ну, отстрелять в башке весело. Красавчики. Опа, босс. Серега, сейчас будет босс. Надо быть очень внимательным. Вот он, вот он. Где? Он на меня сагрился или что? Да, 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 да. Будьте внимательны, сейчас будут и маленькие боссы. О, на меня он кидается. Да, 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 он кидается кабаками. Ребятушки, мочим. Он за мной, что ли? Нет. Ушел. Смотрите, нас уже больше стало намного. Нам уже легче должно быть. Опа, перепрыгивай волну, Серега. Перепрыгивай волну, главное. Во. Молодец. Половину я чисто в голову стреляю. Смотри, уже сколько хп. Да. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень интересное и разбавляем контент разными веселыми игрушками. Например, как сейчас. Давай, мочи его. Тварь кинул по мне. Убили. Уровень 204. Волна 12. Офигеть. Отстреливаем бошки. Помогай, Сережка. А ты где? Вот у меня, я стреляю по зомби. Давай тут будем стоять, тут больше места, удобнее, мне кажется. О, давай по ступенькам наверх. Сверху их будем нагибать. Вот. А, я бегу. Большого. О, коктейль Молотова. Кстати, да, Сережка, выпадают всякие гранаты. Это ты? Молодец. Давайте будем помогать нашим сверху. По башке. Где? Зомби. Зомби нету. Так, у меня 8300. Мне для следующего оружия надо очень много. Давайте, может, возьмем другое оружку. Что у меня есть? В следующем раунде будет оружка. А, нельзя поменять сейчас? О, а вот сейчас моя появилась. Не, нельзя поменять. Так, Сережка, я с тобой. Вот зомби пошли. О, взрывающий. О, да, тут же демоны всякие будут. Прикольные зомби. Сейчас я Серега все увидит. О, ты уже купил себе револьвер? Да, и улучшил. О, он, кстати, поярче стреляет намного. Скорострельность не такая, конечно же, но урона побольше. Ну, все равно. Да я буду ковбой дикого зомби. Давай, Серега. Кстати, этот режим тебе понравится, ты будешь в него еще очень много играть. Видишь, какой у меня левел большой, потому что я без записи играл. Просто лупашился сутками. Отстреливаем бошки. По красоте. Нагибейшн. О, оглушающая граната. Ой, уровень 205. 8390. Что-то мало у меня. А ну и насколько я знаю, что тут можно вам просмотреть. Не то, ладно. Не правда. Волна отлично. Сейчас будет босс. Не? Нет, волна 14. 15, скорее всего. А, вот, волна до босса 6 штук. Где? Вижу. Ой, поменял оружие. Ура, мое любимое.
Нагибатор 2.0. Ого, взрываются. Вот это пулемет, зажал и держишь, просто. Зомби быстрый был. Так, Серега, я с тобой. Смотри, какой у меня пулемет, смотри. Ого. А я скоро, да? УЗИ себе приобрету. Мне о, УЗИшка, это хорошо. Еще где-то 200 баксов и все, УЗИ будет. Сзади зомби был, Сережка. Поглядывайся. Отлично. Волна очищена. Еще 5 волн до босса. Отлично, ребята. Ага, написано, сколько зомби осталось. 52 зомби. Я уже начинаю все вспоминать в этом режиме крутом. Они не успевают вылазить, я их нагибаю сразу. Да. Пулемет мощный очень. Так, иду я к пацанам. И девчонкам. Серега, ты где, а? Я зомби мочу. Как тебе режимчик? Прикольный. Мне он нравится очень. Я забыл про него просто. Ого, невидимые зомби. Да. У кого-то мощное оружие. Тут улица есть. О, я на улицу. Давай. Ух, слава богу, мне это здание задрало уже. Еще 100 баксов. И все, у меня УЗИ будет. Плохо, я тебе не могу бабок дать. Граната. Не успел. Светошумовая. Очищено. 4 волны до зомби, ребята. До босса зомби. Будет что-то неимоверное. Так, я на улице буду. О, иди сюда. Скоро будет все же сложнее и сложнее боссы. Зомби, Серега увидит. Я видел, тут здоровые какие-то были. А босса, ребята, будем на улице лучше мочить. Мне кажется, это будет интересней. Я через забор не могу мочить. Ой, гранатка, жесть, жир. Все, я могу купить УЗИ. Давай, у меня этот коктейль Молотова. Ого, взрывается. Помогаем нашим. Не даем в обиду никого. Сережка, ты где? Сзади, сзади, сзади. Опа, мечом погнали, Фиса. Надо только слабых, наверное, мощных лучше не надо. То есть риск проиграть. Ну что, еще 3 волны, ребята, и будет босс. А босс, вы же понимаете. Еще это один зомби. Дима, УЗИ. О, УЗИшка, это поярче, Серега. Ты же косая немножко, наверное. Да, она у меня была. Убивака идет. Убийца. Ну, сюда, сюда, сюда. Быстрый бег недоступен, да? Да. 207 левел, отлично. Пойдет. Эй, рядом, рядом было близко, еще чуть-чуть бы проиграл. Тут красные, отлично. Да-да, надо расстояние держаться от них. Блин, игра офигенный режим, можно играть долго очень. Блин, пулемет вообще жир. Я на максималочке, нагибатор. Лавовый. Лавовый уже пошел? Да. Опа, граната есть. Драк, что ли? На. Ложил.
Наглоняем всех, нагибаем. 208 левел. Да, растешь. Там мочим же ж головы, крышим всем. Моя граната. Я мочу зомби и становлюсь сильнее. На. Блин, промахнулся. Ты что там в аэропорте, Дима? Да нет, тут аэропорт есть. Нет, ты на футбольном поле? Ну да, 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 на улице. А... только с другой зомби... стороны уже. Босс будет. Интересно, на какой стороне? Нагибаем, нагибаем, 58 осталось. Отлично. Классный режим, когда у тебя очень мощное оружие. Пошел по головам. Ой. Хоть кто-то пришел на эту сторону, то один я тут пришел. Нагибает пришел, тут всех. Гигант. Серега, молодец. Давай, давай, иди сюда. Помогай Сереге, Серега мне. Нагибатор. Я еще прокачал УЗИ себе. Там прокачка есть? Да. Ну что, Серега, босс. Босс, босс, босс. Ребята, все будет очень мощный. Жесткий босс. Королевская слизь? Побежали все к нему. А он к нам бежит сам. Да, да, уклоняйся, Серега. Через стенку? Ого. Да. Будь внимателен. Вот это его нагибают все. Прикольно движуха наваливать его. Он что, валит от нас? Да ты чё, не знаю, так его агрится. Неплохо, неплохо, ребята, выносим. И на улицу, и туда, и сюда, не знаю, куда идти. Отели... ух ты, я не успел. Я упал. Убили. 209 левел. Ребята, если вам понравился этот режим и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и постримай ролики еще.